Здравствуйте, друзья! Доброго времени суток! У меня, например, вечер, темнотища уже. Сегодня сундучок в процессе. Аврора гудит, сейчас мы ее выключим, чтобы она сильно не жужжала. Сегодня попробовал Аврору. Вот. Ну, обычным электродом. Не совсем мне понравилось. Я не очень электродом варю, но на Бриме было лучше электродом получалось. Значит, так. Сегодня крышка была от сундучка. Она еще горячая. Шевелить пока не буду. Вот где без присадки, да, там красиво прям. А где с присадкой, еще руки друг с другом не дружат, кривовастенько. Ну, это все или зачистится, или... Вообще, это такой рундучок, в котором инструменты будут храниться. Не критично. Вот прям видно, вот с присадкой криво все, как будто собака насрала. А потом без присадки более-менее ровненько. Ну, тоже пропуски есть. Еще учиться и учиться. Я же говорю, я не специалист, не волшебник. Я только учусь. Вот опять без присадки. Без присадки получается хорошо, красиво, ровно. Потому что там одна рука участвует. А где две руки участвуют, там еще не очень получается. Надо набивать руку, как говорят, чтобы тебе потом никто не набил морду. Вот, как-то так. Ну, сегодня уже поздно, уже петли и там задние, все эти дела потом буду делать. Сегодня только вот приварил. Причем верхняя крышка, это вот это металл обычный, железяка. А уголок вот этот, это нержавейка. Вот такие дела. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. Пока. Будьте здоровы.